Агульку запишу. Мари. Зашли вот в парк. Посидеть, передохнуть, гуляем по салону. Купили вот пиво. Стоит у них 40 центов. В магазине, в супермаркете. 40 центов это сколько на наши деньги? Ну, самый большой на 80 умножь. Ну, сколько? Тяжело считать. Ну, 30 рублей на наши 30 деньги. Рублей. Пиво, эмбрау. 4,5. 4,5 алкоголя. И самое главное, вкуснятина Салоу и всей Испании, это хамон. Продается вот так вот. Вот. В наборе входит ножик, сейчас будем открывать, досточка, на котором его резать, разделочная, и 200 грамм хамона. Это стоит 4 евро. Все вместе. Вместе с досточкой. 300 рублей. С ножиком. Вообще. Почти 300 рублей, да. Но зато оно стоит того. Уже берем не первый раз. Так, не выкидывать. Мусор надо собирать. Так, ножик. О! О! Ножик. Ножик. Слушай, а как потом мы его завернем? Ты чуть-чуть распечатай, иначе... Пакета у меня нет такого. Чуть-чуть отрежь. Зачем? Вот край, да. Процесс выглядит вот так. Отрезаешь. Вот. Открываешь. Пивко. По 40 центиков. И с хамончиком. Нагрызу. Вкусный. Вот это вообще вкусно. Вот этот сорт прикольный сам он. У них там от выдержки. 2 года самый дорогой, самый вкусный выдержка мяса. Ой, 2 года, там по несколько лет. Не, несколько лет, это уже другой. Вот вчера рассказывал этот экскурсовод. О, вот это вот очень вкусно, кстати. Ну вот как-то так. Заявится хамон.